Россия – это семья и отчий дом, родная земля. От Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Мы начинаем официальное торжество, посвященное главному государственному празднику – Дню России! Для подъема государственного флага Российской Федерации приглашаются гвардии подполковник запаса, председатель Совета Владивостокского городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Ситников Александр Петрович и Лобастов Владимир Евгеньевич, ветеран военной службы, руководитель Совета ветеранов морской пехоты «Сатурн». В церемонии участвуют член Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Приморскому краю Алексей Ермоленко, награжден медалью за участие в параде 2018 года. Внимание! На государственный флаг Российской Федерации равняйся! Смирно! Государственный флаг Российской Федерации поднять!
дорогие друзья! Искренне рад приветствовать вас в этот яркий и солнечный день и поздравить с важным государственным праздником Днем России. Именно 12 июня 32 года назад была принята декларация о государственном суверенитете нашей страны, где слово «суверенитет» ключевое. Это тогда молодая, зарождающаяся Россия обозначила свои приоритеты во внешней политике – быть свободной и независимой страной. Именно Россия за свою более чем тысячелетнюю историю была таковой всегда. Таковой она остается и сейчас. И сегодня, несмотря ни на какие трудности, мы видим, что наше государство динамично развивается. Открывается новое производство, строятся школы, больницы, детские сада, сады, спортивные и социальные объекты. Развивается сельское хозяйство. Молодежи есть, где работать и приложить свои таланты. Мы приступаем к торжественной церемонии вручения паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте. Акопяну Дживану Горегиновичу, ученику 17-й школы, участник парада Победы во Владивостоке и вахты памяти у мемориала краснознаменной гвардейской подводной лодки С-56, член клуба «Юный патриот Родины». Борисенко Егору Сергеевичу, лицей технический. Первое место – всероссийские соревнования по подводной робототехнике. Май 2021 года. Призер региональной олимпиады имени Дубинина по математике. 2022 год. Бузукину Артему Андреевичу, ученику школы номер 13. Личные достижения в спорте, золото ПГТО, первенство по кик-боксингу в своей весовой категории. Косинскому Илье Евгеньевичу, лицей технический, посещает театр-студию «Балаганчик», участвовал в фестивале «Живи театр. Восьмое чудо света» в постановке «Случайности не случайны». Синкевич Никите Александровичу, ученику школы номер 6, оператор школьной телестудии, член команды организаторов «Успех года». Чижиковой Веронике Викторовне, ученице 22-й школы города Владивостока, победитель городских, региональных олимпиад и творческих конкурсов, победитель и призер Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
часто ноги домой, и часто в бой провожает меня грустной. Чувствую, как любящим взглядом ты устала со мной. Что-то к сердце растревожило, словно ветром тронуло струны. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще. Спою тебе.